У меня не осталось ни одного долга, кроме вот этих ваших 70 миллионов, которые я с Украины не вызвал, ни одного. Все там тянули, то все, и все, но в итоге все долги я вытянул. Ну и ты еще раз говорю, ты называешь слово долг то, чего долгом не является. Почему? Так вы же его подтверждали, у нас же есть подписанный связь, вы же подтверждали его. Если ты хочешь, еще раз, я же не знаю, что тебя кто подтверждал, еще раз я тебе говорю, что есть там какие-то взаимоотношения, по которым ты считаешь, что кто-то тебе что-то должен. Но это твое личное мнение. А в чем вам логика не отдавать мне какие-то 70 миллионов долларов? Вот не понимаю, в чем логика? В смысле? У меня есть предложение. Я сейчас сказал, думай над тем, что ты говоришь. В смысле? Но в прямом смысле. Думай над тем, что ты говоришь. Какой вам смысл не отдавать мне 70 миллионов долларов? Если